Что-то тут все-таки в этом доме не так. Ловушка для снов повешена. Или это сон все было? Может, это был сон? Так. А, понял, понял. Да, все-таки надо вон ту вот фигнюшку взять. Угу. Сейчас по-быстрому возьму ее. И как-то починить надо эту шкатулку. Ну, видимо, просто куда-нибудь сунуть вот эту вот фигню, которую мы с вами сейчас взяли. И все починится автоматически. Наступает ночь. Я устал, пора в кровать. Наступает ночь. Окей. Ну, я в кровати. Да ёпта, я в кровати. Может быть, не в эту кровать? Ловец снов повешен. Я не хочу туда заходить. Да я... А, окей, окей, все. Ловец снов избавил вас от дурных сновидений. Серьезно? Клево. Эй, вот это... The fuck? Нет, видимо, эта херня для чего-то еще нам понадобится. Музыкальная шкатулка в спальне играет как-то странно. Надо ее починить. А в смысле, как ее? Давайте осветим ее фонариком. Не понял. Может быть, тут? Сюда надо это. Куда-нибудь. Все? Да, надо проверить бойлер в подвале. Хорошо. Так, нет, давайте выключим эту жуткую мелодию. Ненавижу я все эти шкатулки, они сразу напоминают мне про какой-нибудь фильм ужасов. Я не знаю, надо проверить бойлер в подвале. Так, в подвал можно выйти отсюда, через кухню. Ну, или так. Нет, так нельзя. Окей, выйдем, как обычно, через кухню. What the fuck? Какого хрена? Так, не пугайте, пожалуйста. Я же ее закрывал. Ай-яй-яй-яй-яй, чё за фигня? Чё за фигня? Часы. Блин, какой-то жуткий дом, ребят. Жуткий-прижуткий. Так, холодильник закроем. Все, выходим, идем в подвал. Так, окей. Все, нам в подвал. А тут не открывается дверь, может ее выбить как-нибудь? Нет, выбить ее нельзя. Надо проверить бойлер в подвале. Угу. Но для начала нужно зайти сюда, в этот подвал. А как туда зайти, я даже не знаю. Даже не знаю. Даже не представляю. Но это пока что. Давайте полазим тут, может быть, найдем что-то. А может быть, в гараже будет? В гараже будет какой-нибудь, я не знаю. Так, а где машина? What the fuck? Черт, какое-то все странное. Почему, зачем тогда было показывать ту фигню? Мы поехали на работу, ребят. Мы ведь поехали на работу на этой машине. Поэтому машины нету. Как-то все странно. Так, мне кто-то звонит. Окей, надо ответить. Иди в жопу со своей автостоянской говно, блин. Все, ничего, мне не нужна автостоянка.
Надо проверить бойлер в подвале. А как попасть в подвал? Мне нужно чем-то открыть подвал. Я не знаю как. Может, ключи какие-то есть и еще что-нибудь. Я не знаю. Я завершил тренировку в спецназе. Зарядное устройство. Что-то не так с ЛЦУ. Это ваш дом. Маус. Давайте дальше посмотрим. Отвечайте на телефон каждый раз, когда он звонит. Отвечайте. Когда захотите начать главу, вас используйте грузовик. What the fuck, а где грузовик? Если хотите пройти обучение, используйте фото в гараже. Проверьте свою электронную почту. А, точно. Может посмотреть, может в почтовом ящике что завалялось. Ой-ой-ой. Ну-ка. Надо проверить бойлер в подвале. Дом полон загадок и запертых дверей. Это я помню, это я помню. Но каждой двери есть ключ, и на каждую загадку есть ответ. Ваше дело найти их, да я понял, понял. Но мне же... Так, включил. Отключил, нет, все, отключаем. Зачем нам тратить электроэнергию впустую? Господи, все, пропустить, все, я не хочу это смотреть. What the fuck? Окей. Так, тихо-тихо. Сохранено. Ага, так, надо посмотреть почтовый ящик. Может быть, там что-то завалялось. В ящике нет почты. Хорошо, я понял. Так. Фотография, Фрэнк и я, счастливый вас... Фрэнк? Ёпта, Фрэнк, он же... Счастливые воспоминания из прошлой жизни? Не понял. Фрэнк, это же который в вертолете был. Ее дневник. Нет, не будем читать дневник, это все депресняк полнейший. Наступает ночь. Ты издеваешься, наступает ночь, блин. Мне нужно в подвал, а тут ночь наступает постоянно. Так быстро, это что-то... Что-то странное. Окей, ночью, видимо, всякая херня дома происходит. Я устал, пора спать. Давайте пойдем к себе в комнату. Окей. Есть, все. Засыпаем. Ловец снов снова избавил меня от дурных воспоминаний. От дурных сновидений. Так. Окей. Может быть, ловец снов уберем, чтобы сновидения у нас были хоть какие-то? Я даже не знаю. Ух ты! Ух ты, ух ты! Я это даже не видел. Клево, но закрыто. Клево, но закрыто. Здесь 100% снова заперто. Так. Может быть, тут вокруг что-то есть. Угу. Побрынчали. Побрынчали. Надо проверить бойлер в подвале. Так, ребят, вы слышали? А, это... Стоп, что за фигня? Чёртова газета, не пугай меня так! Хм. What the fuck, чё за звуки? Это чья-то собака. Чёртовы вещи. Да, ребят, я не знаю, что тут делать. Ах, чё-то не хочу я сюда заходить. Не хочу, как не хочу. Окей, может быть, тут что-то есть.
Холодильник снова открыт. А ведь я его закрывал. И тут, кстати, было все открыто. Friday. No. Приемный день, покупки. Окей. Нет, не говорите мне, что снова наступает ночь. Так, ничего нету. Я не знаю, как спуститься в подвал. Я не знаю. Может, с улицы все-таки получится. Куда я дел пульт от сарая? I don't know, Джейк, I don't know, куда ты дел пульт от сарая. Окей, ну вот он подвал. Вот он подвал, и там, там что-то есть, по-любому. Но для начала нужно туда попасть. А попасть туда я даже не знаю как. Может, тут где-то что-то? Чёртов сарай, откройся, блин! Ё-моё. Ой, чертов сарай, говорю, блин, чертов подвал. А может быть, выбить попробовать? Я не знаю, вот этим бревном. Мало ли. Угу. Только время потратили зря. Окей. Может, где-то что-то здесь, я не знаю. Может быть, здесь что-то как-то где-то нужно нажать. Нет? Окей, бревно катается. Положим его вот там, где оно лежало. Наступает. Да идите вы в сраку. Тут серьезно, да, что ли? А может быть, только ночью можно подолзать? Нет? Нельзя? Окей. Блин, что-то чересчур быстро уже. Третью ночь мы здесь лазим с вами и не знаю. О, кто-то звонит. Клево. Люблю, когда кто-то звонит. Окей, окей. Антипохмел, чертов. Клево. Может быть, тут где-то что-то? Нет? Тут тоже ничего нет. Ее дневник. Окей, до сих пор не открывается. Чувствую, здесь сейчас что-то будет. Может, телек посмотрю? Так. Сейчас будет что-то жуткое, ребят. Что-то очень-очень жуткое. Ладно, отрублю. Так, все, спать, все, спать. Ох, не хочу я тут ночью ходить. Тем более там дождь, такие звуки, это капец какой-то. Какой-то капец. Ловец снов избавил вас от дурных сновидений. Окей. Клево.
Так, где еще? Что может быть? Где еще может быть ключ от подвала? Заперто. Не совсем понятно. Да, не совсем. Не совсем это мягко сказано. Тут что-то есть. Надо будет сейчас ходить. Что за... Что за звуки? Там лес какой-то. Что-то стрёмное какое-то место для жилья, блин, он выбрал. По-прежнему ничего нет. Может быть, взять вот эту штуку и отнести ее в зал, чтобы активировать камин. Да, на заднем дворе можно сменить баллон. Похоже, нет газа. На заднем дворе можно сменить баллон. Где возьму баллон? Баллон, наверное, в сарае, скорее всего. Да, пока ничего не понятно, абсолютно нифига не понятно. Ну там снова стоит человек, прикол.